Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Начинаю свое утро с каши, с кофе, витаминчики. Выпила уже вишнево-гранатовый желе с коллагеном, натощак его пью. Приготовила, буду пить хондроитин уже после, в течение дня, с глюкозамином. И еще пью биологически активную добавку, витаминно-минеральный комплекс БАД Пиолянь и таурин. Это у нас аминокислота для глаз. Если вы много работаете за гаджетом, вообще смотрите в свой смартфон, смотрите какие-то фильмы на телефоне там или еще что-то, то, конечно, нужно поддерживать глазки. Также таурин отлично, это для сосудов, мочеполовая система, почки, поэтому таурин, аминокислота необходима организму. Все ссылочки на компанию Тианде я оставляю в инфобоксе под видео. Сейчас для новых консультантов, которые присоединятся только в компанию, с июня месяца, июнь-июль и август, еще дополнительная скидка 300 рублей на ваш первый заказ. Очень круто. Так что в инфобоксе ссылочка. Я с вами свяжусь, все вам подскажу, расскажу. Скидка минус 35%, минус 300 рублей на заказ в июне, на заказ в июле и на заказ в августе. Поэтому, если вы присоединитесь в июне, успеете разместить несколько заказов и по максимуму воспользоваться всеми возможностями. Так что очень классные условия для тех, кто еще не был ни разу в компании. И, конечно, участие во всех остальных акциях с подарками, с розыгрышами, с выигрышами и получением классных продуктов и средств. Ну что, буду завтракать. У меня уже кашка тут такая подостыла. Каша остыла, можно уже кушать. Уже можно кушать и пить кофе. После я выпью уже витаминчики. Но сейчас позавтракаю с утра кашкой. Друзья, приехали в экопарк на экофестиваль. Причем она вот так сделала. Здесь разные зоны. Можно брать батарейки. Можно что-то. Здесь зоны всякой красоты. Можно обменяться. Принесла вот такое вот колечко. Вот такую вот брошечку. Хочу поменяться. Хочу поменяться на что-нибудь красивое. Красивое, друзья, что выберем красивого? Что красивого выберем? Раз.
вот здесь вообще всякие вкусняшки, вкусно, кофе. Всегда очередь. И приятно проводим время в тени деревьев. Здесь прям так дышится хорошо, отлично. Так, девочки, разбираю покупочки. Купила кашу быстров в Нестле. Купила курагу, кашу, изюм, значит. Потом зашла в это место, купила огурцы, кстати, 149, что ли, взяла такие огурчики. И вот эти помидоры 220. Так, потом я взяла рис и две упаковки гречки. Все, да, вот, в принципе, заехала за кашей. Тут и это потянулось, это взяла, это в другом месте зашла, вообще взяла. В общем-то, вот как-то так. Мы с вами в экопарке. Я хотела сидеть дома и тихо вышивать крестиком. Но тут мне говорят, саботаж и все такое. Поехали со мной. Максим хочет пробежать десяточку. А это значит 4 круга. Ну, я говорю, не поеду, да ночью там делать, и дождик был. Подсыхает. В общем, дождик меня не спас. Я думала, он закончится. И будет прям, ну, такой официальный повод сказать, нет, я никуда не еду. Ну, что такое, саботаж, иди одевайся, иди собирайся, поехали со мной. В общем, ну, приехала я. Думаю, ну, прогуляться хоть кружок, что ли. Это 2,5 километра. Посмотрела по приложению шаги. У меня сегодня мало. Я на массаж съездила. Ну, что там? До машины, от машины к машине. Магазин в магазине. Ну, и что-то там еще. 1900 всего лишь шагов. Ну, это очень совсем мало. Это даже не 3000 шагов. Ну, в общем, решила пройтись кружок. Посмотрю, сколько это добавится шагов. Ну, в таком темпе, вот как сейчас мы с вами идем. Здесь, конечно, дышится прям так хорошо. Еще после дождя вот нет вот этого суховея такого. У нас с утра палево 30 с чем-то. Потом набегают тучи. Потом у нас дождь. А потом у нас опять солнышко, и вот это все начинает испаряться. Вот. И вот такая погода продолжается уже несколько-несколько дней. А, несколько дней был просто невыносимая жара. А потом вот такое началось. Там есть тропинки разные, дорожки. Ну, уже такие. Ну, вот здесь асфальт, рядом грунтовка. Там грунт. Так что у нас 5 верст проходит или в экопарке. И в экопарке, и в парке притяжения, кому куда удобнее. У нас 2 локации в городе. И по субботам с самого утра все, кто увлечен бегом, бегают 5 километров. На время работают волонтеры. Все организовано. И вот так это у нас, значит, проходит в городе. Более 100 локаций по России. 5 верст. В разных городах России. И люди собираются по субботам, бегают. И количество локаций в стране увеличивается. У нас раньше в городе была 1 локация, 5 верст. Теперь у нас их 2, и еще есть вечерний забег среди недели. Недавно в соседнем городе небольшом, в городе Сибай, Республика Башкортостан, в прошлую субботу открылась еще 1 локация вот в России. Так что плавно все это развивается. Такой вот, ну, любительский спорт, или как это назвать.
по интересам. Бег по интересам. Место тусовки, новых знакомств, отличного настроения и всего остального. Так что, ну так, друзья. Кто-то на велосипедах катается, кто-то просто ходит, кто-то бегает. Все занимаются чем хотят. Так, ну что, я прошла 2 круга. И приложение «Шаги», кстати, мне показывает уже почти 9000 шагов. Что-то там 8870 с чем-то. Ну и надо себе вознаградить этим холодненьким кофе с мороженым. Очень вкусно. Очень вкусно. Глиссе. Да. Сегодня такое. Еще айс-латте мне сегодня предлагали, но я решила, надо что-то другое попробовать. Ну, вот, так что прекрасно, прекрасно. Закат такой еще пытается начинаться. Красота. Погода отличная. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.